Вы смотрите обзор товара детский развивающий коврик русский алфавит 200 на 180 на 0,5 сантиметров. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Детский развивающий коврик Мама Баби русский алфавит. Односторонний развивающий коврик для ползания детей от 3 лет. Размер коврика 200 на 180 на 0,5 сантиметров. Материал – безопасный вспененный пищевой полипропилен, который не выделяет токсинов и не имеет запаха. Оборотная сторона коврика выполнена из фольги, которая отражает холод и не пропускает влагу. Непромокаемый, теплоизолирующий, бесшовный, больших размеров. С богатой палитрой цветов, яркими и милыми картинками из мультфильмов. Стимулирующий развитие детского зрения и интеллекта. Суперлегкий, сворачивающийся, удобный в переноске, безопасный и комфортный. Это идеальная площадка для ползания, игр и развития вашего малыша. Способы применения для ползания, игр, защиты от влажности, использования в качестве подстилки на природе, на пикнике, на рыбалке, в качестве ковра в детской комнате. Производство Китай. С помощью детского развивающего коврика русский алфавит вы сможете изучить животных, растения, фрукты, познакомиться с фигурами, цветами, цифрами и буквами, научиться читать по слогам. На таком коврике удобно заниматься творчеством и играть. В холодное время года и время отключения отопления, развивающий коврик обеспечит теплый пол в детской комнате. На полу можно будет без опаски лежать, сидеть и бегать босиком. Развивающий коврик русский алфавит доставляется в компактной сумке с ручками размером 8 на 61 на 40 сантиметров, в которой его удобно хранить и брать на прогулку. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.